Банк – это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны. Боб Хоуп. Доброго здравия, уважаемые друзья! В эфире «Правовед Сибирь» и рубрика «Примеры выигранных дел». Выигранные дела вы можете найти также, свежие выигранные дела, на кнопочке «Новости». Нажимаете здесь на свежайшее записанное видео о выигранных делах в пользу заемщика. Сегодня у нас в видеообзоре Ленинский районный суд города Владивостока. Гражданское дело по исковому заявлению ОАО «Альфа-Банк» Гздоренко Андрея Владимировича, взыскание задолженности по кредитному договору. Так, перечислены требования истца о том, что они хотят. Так, Здоровенко А.В. в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме. Ранее представил письменный отзыв на иск. Дополнительно указал, что в ноябре 2010 года на покупку сотового телефона и телефонной книги им был оформлен кредит в Альфа-банк на сумму 34 тысячи рублей. Банком ему были выданы две карты, кредит по одной из которых на сумму 34 тысячи рублей был полностью погашен. А второй картой он не воспользовался и по истечении одного года посчитал ее уже недействующей. Никаких соглашений о кредитовании на получение потребительской карты на сумму 75 400 рублей он не заключал. Ссылочки на ГПК, кому интересно, подробнее рассмотрите. Суд, выслушав ответчика и исследовав материалы дела, давая оценку всем добытым по делу доказательствам в их совокупности, находит заявленные требования, не подлежащими удовлетворению со последующим основанием. Также ссылочки на ГПК. Как следует из пояснений Здоренко, а в данных судебных заседаний между ними и банком были заключены соглашения о кредитовании на получение потребительских карт. Такие-то суммы, из которых кредит по карте на сумму 34 009 рублей был им полностью погашен, а карта на сумму 3000 рублей не была им активизирована. Своих требований возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Так. Согласно статье 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Нарушение указанной нормы представителем ИСА в судебном заседании не представлено, а судом не добыто каких-либо достаточных или допустимых доказательств того, что между банком Издоренко АВ заключено соглашение о кредитовании на получение потребительской карты на сумму 75 300 рублей. Следовательно, и наличие задолженности по указанному соглашению о требовании взыскания задолженности по соглашению о кредитовании на получение потребительских карт на сумму 34 009 рублей и 3000 рублей Альфа-банк Издоренко АВ не заявляются. Кроме этого, судом неоднократно направлялись по всем известным адресам Альфа-банка требования о предоставлении документов, подтверждающих заключение Здоренко АВ, соглашение о кредитовании на получение потребительской карты на сумму 75 400 рублей, которые были получены банком трижды. Так что подтверждается почтовыми уведомлениями. Однако банк требований суда до настоящего времени не исполнено. Таким образом, поскольку отсутствуют доказательства наличия обязательства ответчика по соглашению о кредитовании на получение потребительской карты на сумму 75 300 рублей, суд приходит к выводу о необоснованности исковых требований и необходимости отказа в их удовлетворении. Суд решил исковые требования Альфа-банк Здоренко Андрея Владимировича взыскание задолженности по кредитному договору оставить без удовлетворения. Ставьте любо,
Подписывайтесь на канал, делитесь видео в соцсетях. Все ссылочки размещены под видео, где вы можете скачивать эти видео, также полностью весь плейлист. И смотрите также другие ссылочки, которые будут вам интересны. На этом на сегодня все. Благодарю вас за внимание. До новых встреч.